Всем привет, вы на канале GameKit, и сегодня продолжаем играть в растения против зомби, и я говорю без остановки, потому что мне так хочется. Вазобой. Я больше не могу, вот реально, какого фига. Так. Все, это уже 10-я волна. Я заранее все это сделал. Теперь тут появляется Гаргантюа. Давайте подрывайтесь, даем на одной мини. Ой, да и пофиг. О! О! Ни хрена себе цепная реакция! Ребятки, вы тут не офигели случаем? Так, у меня, думаю, есть для них обоих подарочек. На даблкил! Ой, как же хорошо. Ладно, давайте раздавим этого проклятого гадоныша. Майкл Джексон. Кабачок — это Майкл Джексон. Так. Сносим челик. Это хорошо. Так, стрик у нас 11. Так, продолжаем. Так, делаем дабл килл. Ай, пофиг. Рискнем. Так, ладно, я думаю, не стоило так рисковать. Ну хорошо. Что есть, то есть. It is what it is. Да ты издеваешься. Дружок. Блин, куда я горохострел поставил? Да вы издеваетесь, они реально что ли? Не шутят? Так где все мои кабачки, ё-моё? Этих дебилов надо убить. Фуф. Это было опасненько. Но мы справились. Ну блин, капец, я чуть не перенервничал, еще не сломал, но к счастью все нормально. Просто процентное соотношение зомби теперь интересненько. Ай! Блин, я все кабачки перетратил. Я все кабачки перетратил. Хотя мне нельзя больше тратить кабачки. Кроме как на что-то важное. Черт! Я ни одного Гаргантюа не открыл. Это очень плохо. Они вдвоем там. Там 100% нет этих. Так, смотрите, что мы делаем. Так, мы сначала вот это открываем. Мы убираем вот это. Так вот садим минку.
Ну, поехали. Этот Гаргантюа ломает вазу вот эту, а этот ломает вот это. Подрывается. И сейчас мина должна свою работу сделать. Давай, пожалуйста, умоляю тебя, мина. Блин, она только одного задела. Пожалуйста. Да! 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 Фу! Туда! Туда! А, боже мой! Фуф! Я чуть не обделался от напряжения. Это капец. Так, нам нельзя тратить время. Чье время, только ваше или мое? Блин, что я наделал? Что я наделал? Так, срочно надо раздавить чертенка. Так, хорошо. Хорошо. Так, мы должны вот этого давить. Дружка. Этот подождет. Блин, я что-то протупил и... Все, спасение. Спасение мое. Так, эти двое должны скопутиться. И боже мой. Боже мой. Неужели? Неужели? Капец. Оказывается, я так Гаргантюа боялся. Это просто перекачанные лохи. Огромные лохи. Так, скопом открываем сразу. Так, раздавим. Ой, да кого ты тут бьешь, дебил? Так. Ладненько, я думаю, можно рискнуть. Вайлдкарт. Ай! Так, двух хидроголовых раздавил по цене одного. Это хорошо. Так, с этим нужно справиться. Так, тут не знаю, честно. Все, взрываем дурачка. И теперь надеемся на лучшее. То, что они смогут Гаргантюа уделать. В одно рыло. Давайте, ребятки. Втроем, втроем, я в вас верю. Вы сможете этого Гаргантюа пришить. Давай еще один пластырь. Еще один пластырь. Раз. Ладно, не буду рисковать. Так, все. Все. Да, 15. Есть. Есть! Да! Да, я... Сколько я доделал уже? О, боже мой! Наконец-то! Божечки мои! Моя главная проблема это то, что я боялся Гаргантюа. Они, оказывается, вообще не страшные. Это огромные лохи. Я говорю, буквально огроменные лошары. Так, ладно, я что-то тупить начал. Какую-то дичь делать.
Эй, нифига ты быстро. А, это все равно мины. Уничтожит. Перебил, блин. Так. Все, быстрее наступай на мину. То вы меня пугаете все. Давай, давай. Наступай. Бам. Фух. Все, ну я что-то прям очень много солнышек потратил за недавнее время. Блин, на! Что я сделал? Боже. Боже, что я сделал? Ай, пофиг. Два кабачка на одного потрачу. А чё ты чертёнка не кидаешь? А, он уже зашёл. Дошёл до того места, где он не кидает чертёнка. Хайда злится. Точнее, когда ему снимают достаточное количество хитпоинтов. Ой, я случайно. Так. Так, тут, скорее всего, остаются только зомби. А, ну нормально. Это так, 50 на 50. И зомби, и растения. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О, куда бросаешь? Куда чертенка ты кинул, урод? Это тварь. Блин, нафиг я это сделал? А я сейчас только необдуманных решений принимаю. Как я это сделал? Я тупо его дублировал. Офигеть. Так, хорошо, это было странно. Ай, пофиг. Просто отлично. Ой-ой. Все, это слив. Ну, хотя бы до 16-й дошли. Ну, это просто капец. Я с этим вас обоим капец замучился. Вот просто этот уровень даже в сравнении не идет. Это, по сути, один уровень из Зубой Бесконечного. Но их таких бесконечностей потом еще Гаргантюа становится. Дофигища. Ну тут же больше горохострелов выдают, чем 3 стрелов.
Ой, тут же Гаргантюа. Гаргантоид, точно. У меня кабачок не так стоит. Но стоит надеяться на лучшее. Я тут проигрыш, ну ладно, я что-то туплю уже. Конечно, у меня столько клеток мозга отмерло. Пока я играл в эту зомботанию. Пока я играл, тут два забоя. Вот видите, даже путаю. Вот, где там? Вот, китайский магазин. Дойдите до... стрик это как? Типа, стрик это безостановочный счет. До рекорда в 15 вазобой бесконечный. Стрик это не рекорд, это скорее ставка. Я не знаю, как это... Я забыл, я видел перевод, но забыл его. Типа, сколько ты без остановок. Да. Ну, хорошо. Давайте посмотрим наши лидерборды. Вот это здесь. Вейсбрейкер Endless Streak 17. Убито зомби 43261. Last End Endless 30. iZombie Endless 10. Пекин Экспресс 5,19 суток. Ну и, конечно же, в сад Дзен. Улиточка ты моя. Что ты спишь? Замучили вы меня, ребятки. Конечно, замучили. Тебе, по сути, что осталось? Раскачать сад Дзен до максимума. Сделать все ачивочки. Ну, почти все. Кроме удачного прокрута. Удачной крутки. Это очень сложное достижение. Точнее, оно не сложное, просто нужна невероятная удача, чтобы его получить. Так, вырос, дружок. Так, опрыскиваем, покупаем. Так, все. Так, вот это соберем. Да, я, кстати, приболел чуток. Ну, как видите, у меня только насморк, и я чихаю. Других симптомов нет, кашля там и так далее. Так что, по сути, со мной должно быть все в порядке. Окей. Так, сюда. Ой, случайно. Извиняюсь, если вы послушали неприятную для себя композицию, но придется. Потому что я люблю ошибаться. Так, дружок. Тебя польем. Это заберем. Опа, и тебе граммофончик включим. Ну-ка, ешь свою шоколадку. Да ешь ты свою шоколадку, блин, улитка. Она прячется за спинами растений. Опа, тут солнцегриб, вот это да. Ну-ка, кушай свою шоколадку и давай работай. Поливаем мы растенеца. Точнее, не растенеца, а грибы. Да, я, кстати, я забыл сказать то, что... Я не помню, я на камеру покупал или нет уже, но... Как вы видите, я купил ночную зону. Тут у меня дымогриб, судьбогриб, гипногриб, пуфгриб и теперь уже солнцегриб. Вот я их поливаю.
опрыскиваю, когда надо. Вот это они дают, конечно, нормально так. А, я понял, они дают, потому что тут улиточки же нет, которая будет постоянно собирать, пока меня нет в игре. И они сразу компенсируют мне. Вот это нормально. Что, по-моему, не дают монеты, ну ладно. Так, в магазине можно вот купить бекон, ладно, я шучу. В принципе, все, что можно купить, почти куплено. И только остались штуки из сада Дзен, которые стоят, блин, капец дорого. Сейчас давайте посчитаем. Так, ромашечки не будем считать, потому что они постоянно обновляются. Это 10 тысяч, 11 тысяч, 41 тысяча, 48 тысяч 500, 63 тысячи 500, 93 тысячи 500, 143 тысячи 500 монет мне нужно, чтобы все это купить. Докупим такое количество и все купим. Ну, а вы были на канале GameKate. Мы играли в Азабой бесконечно, пока не получили достижение китайский магазинчик. И я не могу раскрыть кнопку записи, вот она раскрылась. И, в общем, всем спасибо за просмотр, за то, что были на канале GameKate, за то, что еще вы были на канале GameKate, за то, что вы еще были на канале GameKate. Всем спасибо и всем пока.